Привет! Сегодня мы будем рисовать такой красивый букет. Тут калина и веточка осенней голубики. Так, я уберу его все из банки. Такой будет легкий скетч у нас с акварелью. Референс я сфотографирую и выложу у себя в телеграм-канале. Ссылка будет в комментариях. Переходите, подписывайтесь. Можете свои референсы, фотографии какие-то красивые присылать. Также свою работу. Вот тут такая улиточка на листочке оказалась. Я акварельным карандашом намечу примерно по композиции, да, будут как эти основные вот какие-то ветки, да. Но писать буду уже сразу акварели. Вот отсюда идет, получается, калина. И вот эти вот светлые достаточно веточки сюда. Вот сюда. И у голубики основная ветка, она достаточно такая крупная. Ну, относительно калины, да. Ну, немножечко для себя тут наметила. Несколько линий. И сейчас достану акварель. О, значит, бумага у меня хлопковая. Так, вот акварель у меня еще такая. Я собирала ее в такую пустую пенал, да, как он называется, для акварели. И эти краски тоже покупались поштучно. Красивая палитра получилась. И буду использовать тоже акварель с грануляцией, набор. Так, кисть. Ну, начну, наверное, с голубики, да, я не буду прям все листочки писать, которые здесь есть, только буду выбирать, какие мне, ну, выгодно, да, композиционно сделать. Значит, вот, получается, и плюс по половинке, да, то есть сначала одну половинку, она как бы подсыхает, потом вторую половинку. Так. Ну, вот получается вот сюда. Я тут под рукой еще тоненькая кисточка, можно сразу двумя кисточками писать. Так. Вот здесь потемнее пигмент, и по краю, да, можно тоже вот здесь вот пройти аккуратно. Теперь зеленый я возьму и вот как бы его прикреплю к основной веточке. Вот. И рядышком вторую половинку сделаю. Она будет немножечко потемнее. Посередине можно оставлять такую небольшую эту вот центральную часть. Вот. Так, немножечко фиолетового. Так. И зеленого. Вот. Сейчас возьму фиолетовый. Здесь кончик можно тоже потемнее сделать. Таким образом мне нужно набрать как бы, да, нужное количество листочков. То есть вот здесь такой покрупнее вниз идет. Можно не спеша, конечно, это все прорисовывать с удовольствием. Я тут несколько дней еще, получается, смогу
загружать на YouTube. Как загружать из России, пока не поняла. Поэтому, то есть видео у меня выходит ВКонтакте еще. А кто из других стран смотрит, это, кажется, лучше подписываться на Boosty. Я буду потом туда грузить. Потому что, ну, на YouTube проблемно сейчас загружать. Вот. Ссылка на Boosty, ВКонтакте и обязательно Telegram. Они, как я уже говорила, под видео. Так, вот я желтенький сейчас возьму еще. И немножко синего. Так. И получается вот здесь эта вот веточка. Сейчас еще желтого. Вот она сюда идет. И основная ветка вот получается под таким углом. Сейчас немножечко фиолетового возьму на тонкую кисть и вот сюда добавлю. Так, так. И по краям листочка тоже пройдусь темным фиолетовым цветом, прям по кончику. Сюда, сюда. И вот здесь. Ну, с этой стороны тоже так. Здесь, вот здесь. Так. Здесь потемнее. И вот здесь тоже получается такой. Можно более острый, да, сделать. Вот. Так. Вот. Немножко коричневым тут уже. Я прошлась с одной и с другой стороны. Так, сейчас еще немножечко зеленого. Такой достаточно светлый зеленый и низ. Вот эту вот веточку. Что-то мало воды на кисти. Так, ладно. Получается, мне нужно сделать вот здесь листочек. Примерно здесь крепится, в этой части. Сейчас бордовый надо взять. Такой вот. Так. Красный. Листочка. И вот по краю, да, я тоже прохожусь. Вот, с одной и с другой стороны. С этой. Здесь вот немножко. И также тонкой кисточкой. Здесь проходимся. Так, я смотрю, чтобы теперь не руками бы это все не размазать. Здесь яркие, красивые листочки попадаются прям такие. А у меня сейчас свет падает, получается, половинка, да, вот сюда.
Я буду по половинкам их делать. Там с этой стороны веточка уходит в сторону. Зеленая. Примерно сюда. Там идут тоже интересные листочки. Они как бы крепятся на вот эту вот часть. И вот такие листики. Так. Сюда. Здесь. Вот так вот. Я прям голубой немного возьму, он туда уходит, ну как бы подворачивается вот, куда-то туда. И с этой стороны получается тоже листочек. Так, немножечко голубого, сейчас красный возьму, вот сюда, сейчас по центру, и вот с этой стороны. Так, карминового немного. Темнее сделать. Так. Вот здесь получается внизу теперь. Сейчас возьму желтый. Вот. С красным цветом. Крепится, получается так вот листочек у нас. Сейчас желтый с синим можно немножечко смешать. И вот в сторону получается веточка ушла. Так, и по сторонам. Сейчас немножечко возьму сепию, тоже смешаю. Так, так. И получается вверх. Да. Так, теперь мне нужно сделать бордовый цвет. Так. И получается от зеленого. Такие они у меня цветные сегодня, набор цветных листьев. Так, пусть пока это сохнет, я сделаю вторые половинки, они такие потемнее здесь вниз идут, и можно вот светлую оставлять, вот эту вот центральную линию. Так, сюда. Там вот этот вот тоже листик, он вот идет как бы вниз. Так, так.
Потом вторую половинку вот у этого листочка тоже надо сделать. Так, зеленый. Так. Немножечко возьму голубой цвет. Вот. Так, мне нужно дальше продолжать вести вот эту вот веточку зеленую. Так. Сюда. И вот сюда. Половинку листочка. Так. И вот еще я делаю половинку здесь. Так. Такой более красный цвет. Сюда просто как, ну, капельками, да, это делала. И вторая половина листа, она будет тоже так потемнее, скажем так. Немножечко зеленого возьмем. Вот. Так вот. И бордовый. Так. Пятнышки тоже я добавила. Сюда. Сюда. И, собственно, сейчас я хочу начать делать эти шарики с калиной, да? Вот. Карминовый с алом. И, собственно, получается здесь достаточно четкие на них блики. Я пока размывать не, как бы, особо не буду. Просто сделаю. Вот оранжевый буду брать. Такой набор. Шарик. Я, наверное, все-таки давайте два цвета. Оранжевый вот карминовым салом. И вот внизу они будут потемнее. Там все-таки такие цветные сделать. Соответственно, пусть пока сохнут. Вот здесь можно сделать такой шарик. Сюда добавляю пигмент. Так. Сейчас бордовый возьму. Вот здесь. Сюда добавим. Сейчас немножечко оранжевого. В сторону, да, тоже можно шарик сделать. Так. Вот сюда. Здесь поменьше. Там вот здесь. Сейчас я немножко такую бордовую возьму.
Сюда. Так. Ну, наверное, я пока сейчас еще сделаю там шарик. Пусть они лучше подсохнут, чтобы потом можно было дальше писать, и они не перетекали друг к другу. То есть такие четкие контуры, да, образуются. Здесь мне нужно желтый с зеленым я смешала, да, и вот сделать веточку, собственно, для калины. То есть сюда, сюда, вот сюда. Здесь вот. Идет по сторонам. Так. Вот так. Вот туда. Сейчас я возьму, получается, еще желтый с зеленым и вниз. Веду вот эту вот саму ветку, то есть она уходит как бы за кадр, но что, но немножечко продолжу, возьму себя как бы в сторону, да, выезжает, и мне нужно взять сейчас замес желтый и возьму таежную дымку, такой красивый зеленый цвет, я его часто использую, поэтому у меня достаточно мало осталось. Вот сюда получается. Сейчас водичку немного возьму. И, собственно, делаю. Вот эти листья, они как бы резные. Сейчас иду так. Вот здесь вот желтый. Да. Да, так будет дальше, собственно. Сейчас еще возьму немножко таежной дымки. Погуще хочется как-то набрать вот этот цвет. И вниз, да. То есть она подошла сюда, сюда. Так. Так. Сейчас немножечко желтого тоже можно взять. Так, и еще зеленого. Да, и вот сюда. Ну вот пока вот такой листочек у меня выходит. Пусть он подсыхает. Вот. И начну в этот, в левый угол, да, собственно, ветку делать. Сейчас вот возьму сепию, там она достаточно сухая, такая как графика, и темная, то есть у нее кончик уже подсох. Вот так идет, так, сюда. И дальше опять все такие достаточно красивые листочки желтые. Вот. По половинке можно делать и использовать двумя кисточками тоже вот писать. Вот здесь вот половинка. Так, сейчас я возьму цвет потемнее. Ну, на кончик, да, можно вот. И там точечками, да, что-то здесь слегка разбавить. Немножечко зеленого. Вот сюда. И, собственно, с другой стороны тоже сейчас возьму желтый.
Так. Точечка. Дальше. Вниз вот этот вот цвет. Немножечко желтого. Вот. Сейчас карминовый тоже можно взять. И в сторону тоже добавляю такой листочек. Здесь немножечко фиолетовый. Возьмем. Вот. Так. Потом влево пошла веточка. Получается вот такая вот. А, так, желтого еще взять. Вот так. Все что-то не то. Немножко охры. Так. Вот. Ну, пониже, да. И к ней, получается, цепляется. Так. Вот такой листок. Зеленый. Так, сейчас возьму карминовый цвет. Так, с этой стороны. Вот. Ну, как-то так. А, собственно, здесь. Сейчас я добавлю еще вот как бы ягоды, да, там достаточно много, они лежат как бы как снаружи, а внутри потемнее. Сейчас аккуратненько буду проходиться. Вот. Здесь их достаточно много, тоже блики можно сразу делать, да, можно потом поверх чем-то кроющим сделать блики. Ну, вот здесь пару штук я еще добавлю, получается. Много не буду делать. Почему-то покрупнее. Ягодка. Вот. И теперь... Наверное, немножко с добавлением прям фиолетового. С красным. То есть внутри, да, тут уже можно будет, во-первых, по шарикам, да, где-то пройтись и заполнить там, где вот белые места, да, то есть тенью. То есть здесь, да, можно тоже. То есть, потому что там сзади тоже эти ягоды идут, поэтому то есть там, ну, достаточно темно, можно подробно, да, там прорисовать ягоды или же вот такой просто объем сделать. Так, так. И здесь как бы то же самое, показать, что там сзади ягоды в тени. Сюда. Вот. Покруглее немножечко сделать. Вот. Вот какая-то так.
объему сделаю. Вот. Ну, собственно, сепия на кончике кисточки можно также сделать. Такие точечки. Сюда, сюда. Так. 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 Немножечко. Сейчас по веточке с калиной я еще хочу пройтись немного вот по правой стороне, да, такую небольшую сделать тень на ней. Что-то не получилось прям, как я хотела. Ладно. Так, сюда пойдем. Вот. Такого плана. Также вот сюда уходит листок. Сейчас возьму таежную дымку. Сейчас еще можно взять. И вот такой более резной получается листочек. Тут будет идти. И опять-таки таежную дымку сейчас немножечко пройдусь. Так, вот сюда вниз. Угу. Так. Сейчас я добавлю листочки. Здесь можно достаточно крупно сделать. Так, карминовый. Так. Сейчас немножечко желтого возьму. Угу. Собственно, и в сторону, да, тут пошел. Лист. Немного. Также откормим. Так. И вот сюда. Здесь вот подземли. Ну, вот здесь пятна. Не знаю, зачем, что полезно. На автомате. В принципе, сейчас таким же способом я дорисую вот листочки потом, да. А здесь надо вот веточку доделать. Вы можете перерисовать картинки, да, потом покажу, как будет. Просто, наверное, очень долго, да, если буду добавлять там еще какие-то веточки. В общем, сейчас немножечко без камеры порисую. Я делала внутри, то есть несколько листочков. Буквально, значит, несколько листочков с этой стороны я сделаю. Получится такой симпатичный скетч. То есть вот. И палитру тоже, кстати, мне уже не мешает помыть. Что здесь уже? Цвета такие достаточно грязные. Вот с этой стороны получается листочек. Немножечко голубого я возьму. Не берется вот сюда, потом с этой стороны такой достаточно уже бордовый, вот немножечко голубым, да, здесь пройду и зеленым. Собственно, вниз.
тоже идет листочек. Такой вот. Сейчас немножечко такой возьму. Так. И вот. Такой вот. Туда пошел. Плана. Можно также фактурку, да, тоненькой кисточкой сделать слегка вот. Тут как бы она там дальше светлая идет, но кое-где такие более темные. Светлая уже протирать не буду. Сейчас немножечко делаю, да, и на каком-то этапе все-таки придется его поставить здесь, ну и также здесь, да. Туда вот оно уходит. На этом у меня все. Не забывайте подписываться вот, в Telegram. До новых встреч. Всем пока-пока. А, давайте отклеим эту вот штуку. Так. И вот так.